Прямо сейчас мы находимся на вечеринке, которая называется Owner's Night. Это новый формат вечеринок «Бизнес-конструктор», который мы запустили в рамках нашего внутреннего проекта, который называется «Business Lifestyle». Вы знаете, занимаясь бизнесом, работая с собственниками бизнеса, мы для себя сделали такой вывод, что мы не находимся в сфере бизнес-образования, бизнес-обучения и консалтинга. Мы находимся в сфере бизнес-энтертейнмент. Мы занимаемся созданием определенного лайфстайла для собственника бизнеса. И вечеринка Owner's Night – это как раз такой формат. И в этом бизнес-инсайте я хотел поговорить с вами именно об этом, о необходимости создавать ивенты, проводить ивенты, ивент-маркетинг для вашей целевой аудитории. Дело в том, что любая работа над брендом, над развитием бренда – это определенная цепочка точек контакта со своим клиентом. И чем ярче эти точки контакта, чем сильнее вы врезаетесь в память вашей целевой аудитории, тем мощнее становится ваш бренд. И ивент-маркетинг – это отличный инструмент для подобного продвижения, для развития своего бренда. Просто создавайте периодически, проводите периодически профильные целевые ивенты для вашей целевой аудитории. И сделайте так, чтобы они были действительно яркими. Сделайте их постными, сделайте их скучными, сделайте их вот такими вот, чтобы они запоминались людям надолго. И с момента, когда вы оставили этот яркий отпечаток, вам дальше нужно просто регулярно напоминать о себе, потому что яркое впечатление, оно врезается в память надолго, и дальше просто точечными напоминаниями вы фактически поддерживаете развитие своего бренда. Поэтому ивент-маркетинг – это важный инструмент в развитии бренда очень многих компаний. И очень много кейсов, которые показывают на практике, что да, это работает. Мы продолжаем вечеринку Owner's Night. Бизнес-конструктор продолжает развиваться. Мы растем. Оставайтесь с нами, ставьте лайк и увидимся с вами в следующем выпуске Business Insider.